Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight Special Edition История Сенсея. Ну что ж, как вы помните, мы с вами приобрели ту самую катану. Я еще ее не юзал, будем сейчас пробовать. Но для начала, так, подожди, у нас с финансами проблемы. Давай посмотрим, что мы можем с тобой приобрести. Ах, катаночка, как она меня радует, а? Наверное, радует, потому что я еще не пользовался ей. Сколько? 71 тысяча. Вот этот вот доспех стоит? Ядрить тебе на корень. Я могу его только примерить. Также и касается вот этого шлема. 42 тысячи стоит. Друзья мои, если это будет такие ценники в оригинале, я не знаю, как мы будем там с вами зарабатывать такие суммы. Цепной взрыв. Цепной взрыв, смотри. Прикольная подвеска. Наверное, мы сможем. Да не то, что сможем, а нам нужно ее купить. Да. Опа. Вот так вот, ребята, она бомбит. Ну что же, мы идем с тобой на карту. И давай определяться. Определяться, чем мы займемся на турнире. Так, 45 тысяч заработать можем, да? Уровень сложности нормуль, поэтому давай приступать. И у нас мангуст с копьем. Я его, по-моему, в прошлой серии победить не смог, да, вроде бы. Давай посмотрим, у меня катана, кстати, тоже довольно длинная. Проверим. Ох, как ему достало. О, слушай, ну она. Ой, ну все равно с копьем. Тихо, парень, все? Нет, не все. А, елки-палки, я думаю, что такое, ребят, раскладку забыл поменять. Поэтому движение не делал. Хорош своими выпадами. Смотри, что творит, а. Просто не дает шанса мне. Нифига, катана шпарит, ребята. Ох, чуть-чуть бы ему сейчас посраки бы и досталось лезвием. Побед за нами. Короче, ребята, в ближайшее время, знаете, что хочу сделать? Недельку по играм, которые давным-давно не играли там. Groove Castle, что там у нас еще? Brutal Street. Ну, я не знаю, когда мы этим займемся, потому что времени, сам понимаешь, в обрез. В спину получил. И многие подписчики говорят, что... Оу! Почему у тебя, Рэй, История Сенсея и Shadow Fight 2, ну, как бы, не хватает серий? Ребят, потому что История Сенсея у меня была в одной, так сказать, в одном плейлисте вместе с оригиналом Shadow Fight. Поэтому потом, когда я их разделил, да, то есть История Сенсея стала отдельной, так скажем, игрой, и Shadow Fight тоже. Поэтому двух или трех серий там нету. Там просто-напросто продолжалась история. Изначально как планировалось? Я буду проходить Shadow Fight 2, да? А История Сенсея будет именно подключаться в те моменты, когда мы доходим с тобой до эпизода с Сенсеем и проходим. То есть вот так вот планировалось. Но потом я подумал, что это будет только лишь путаница сплошная. Да что ты, блин! И решил все-таки разделить. Слушай, ну по-моему, мы сейчас с тобой тут отдуплимся. Судя по тому, как он вытворяет тут дела свои. Слушай, давай магией попробуем бомбануть. Куда ты? А, по земле. Слушай, я думал, что она только рядом со мной взрывается. Слушай, вот это классно. Но здесь нету никаких реклам, поэтому здесь вообще как-то все круто. Вот именно на Истории Сенсея ты не ждешь там по 10 минут своих заказов. Все сразу тебе на блюдечке с голубой каемочкой. Хм. А на турнир? Так, тут еще 49 тысяч можно заработать. Тут безумная. И оса. Но она пока невозможна. Это телохранители. Дуэль. Без блоков поражение при выходе за ринг. Я рискну. Это у нас опять красная зона будет? Ух ты, ниндзя. А с двумя такими вот топориками. Музыка прикольная. Мне нравится. Сразу вспоминается ретро-игры, 8-биточки и так далее. Ну что? Блин, подожди, а что мне дали хламьё такое? Я-то думал, что я буду со своим... Воу, тихо. Нам надо... Нам, ребята, главное за ринг не уйти. Я, правда, не вижу, где здесь у нас красная зона. Но ее нету. Но я его что-то уж больно как-то быстро заколбасил. Ты посмотри, что я тут вытворяю. Бросок. Вот это плохо. Сейчас еще упаду. Тихо. Ух, повезло мне. Вообще повезло конкретно. Я его разобрал и даже не вспотел. Друзья мои, я зарабатываю свои
Гемчики родные, ну и немножечко денежек. Гемы здесь это как, я не знаю, как воздух какой-то для меня, знаешь. Без них тут не прожить. Тут сложно. Так, это понятно. На дуэлях у нас закрыто. Старые раны. Старые раны мы еще с тобой не подбили осу. Уровень сложно. Но если мы сейчас с тобой приобретем доспехи. Или что нам нужно с тобой приобрести? Доспехи, да? Ой, пока еще не хватает. Можем изумрудный шлем взять. Либо 72 тысячи и будь здоров, будет у тебя шлем солнца прокачанный. Хе-хе, нет, давай-то, наверное, свой купим. Да? Вот так мы выглядим. Прокачать, конечно, нужно будет еще нам с тобой талисман, этот амулет. И 71 тысячу накопить на броню. Жесть, ценники, конечно. Ценники просто сногсшибательные. Что это такое у нас? 75% шанс уменьшить получаемый урон на 7 секунд после получения урона. Слушай, неплохо. Но он стоит гемы. Если у нас получится с тобой накопить, конечно, приобретем. И нам нужно... Блин, у нас, кстати, мы отстаем по метательному оружию с тобой. Вот иглы надо взять. Опять же нужны финансы. Давай, наверное, мы с тобой сходим на турнир. Опять же, уровень сложно. И против ворона. Ну, в данный момент я со своей катаночкой здесь буду выступать. А он со своими крючьями. И давай смотреть, кто кого. Блин, ну катана очень хорошо держит на средней дистанции. Да ладно, успокойся. Ох, как ему сейчас хорошо-то. Прогибчиком. Ага, он сразу же, ребята, в ответку дает. Сразу же. Без замедления. Ну. Хорош. Опа, прям в табло я получил. Хотел. Да чтоб тебя. Да ну хорош, парень. Ушатал он меня. Недооценил я ворона. Ну, с этой катаной тоже надо уметь играть. Друзья мои, надо уметь играть ей, потому что... Во, сейчас очень классно. А если так вот... Все-таки сбил, перебил гаденыш меня, но он потерял оружие. Поэтому я думаю, этот раунд мы с вами выиграем. Слушай, а что у нас так быстро накапливается энергия? Это хорошо. Заклинашки можем чаще применять. Крючник, я его буду называть не ворон, а крючник. Хорош. Эть, вот вы... Нет! Ну все, тут понятно, ребят. Тут все понятно. Ушатал он меня заклинаниями своими. Гаденыш ворон, а? Крючник. Сейчас я ему, друзья мои, в ответку обязательно. Ты не радуйся, ворон, я же все равно тебя победю. Победю, смогу победить. Надо привыкнуть просто. Надо привыкнуть к этой катане. К ее, как говорится, радиусу атаки и всему прочему. Вот этот удар, который сверху, мне вообще нравится. Идеальный такой, да? Упс. На, ушатали. Вот лучше бы у сенсея была вот такая катана, чем его плешивый меч, который нам дают во время его истории играть. Ох, сейчас хорошо-то было как. Но. Так, пошел прочь. Ах ты засеря мелкий, а. Ну, блин, вот этот удар хороший. Но его нужно как-то реализовывать. Смотри, что творит, а. Попал. А ну-ка, заклинашку. Не увернется ведь, 100%. Все. Да выделывался крючник, ребята. И мы с вами 50 тысяч монет получаем. Двигаемся дальше. Тут уже безумно. А что же мы тогда можем? Только безумно? А, везде и тут безумно, да, на испыташке? И тут безумно. А что за испытание? В этом бою ты будешь сражаться без шлема. Да ради бога. Ради бога. И у нас гадалка, которой в бабки не ходи. Ну давай, гадалочка, с нунчаками. Вот я ближняя дистанция, ну не считая, конечно, выпада. Посмотрим, на что ты способна. Хорошо начали. Отлично, так. Ой, нифига. Ребят, мне понравилось.
погоди-ка, я не понял, как она меня с удара... А, я без шлема. И что? Ну, без шлема. Ну, и что, сразу в голову, что ли, я труп? Да ну, хорош, завязывай. Заклинание. На! На, на тебе! Отличная комбо сейчас было. Так, 1-1 счет. Главное, чтобы нам в голову не попали. Вот почему, ребят, мы с вами... Пинка дала мне. Ну, ну, сенсей, это же не сенсей, это же мы, тень. Ой-о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 й, что же это было? Это было, ребята, лютость какая-то. Да, без своей катаны это дерьмо полное. Других слов у меня просто не доходится. Катану выбили, и все, пижи пропала. 70 тысяч, мы же можем с тобой, по-моему, что-то приобрести. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Так, шлем мы уже купили. Доспехи-то мне можно приобрести, а? Какой там у нас... Вот, вот, блин, не хватает совсем чуть-чуть. Буквально одной тыщенки. Где я могу заработать тыщенку, а? Так, старые раны. А, тут гемы. Тут только гемы. Ну, давай пойдем на турнир. Может быть, здесь все-таки будет попроще немножко. Здесь, по крайней мере, у нас все амуниции. И против нас Лилия. Лилию я, по-моему, тоже тогда не смог вырубить. Ну, попробуем, как говорится, реабилитироваться и накумарить. Естественно. На... Да какого лешего? Я же на удар жал ноги. Ёх, Коломаны, хорошечно так сейчас прокатило. Как ты меня, блин... У меня нет слов. Вот как попадешь вот в эту полосу невезения, и все, и начинаешь отгребать от каждой шмоньки. Давай, 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 иди сюда. Угу. Заклинаха. Так. Опа, мне сейчас очень крупно повезло, ребят, на самом деле. Иначе сейчас бы она мне песенку такую бы сейчас сделала. Перфект. Отлично. Так, раунд 3. Ну, давай, главное не обосраться. Да что ты, блин? Окей. Да иди ты в пень, блин, она все умудряется сделать, блин. Давай, заклинаху. Добить получится? Ногами, 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 ногами. Есть. Фух, ядри тебе на корень, а. Так, ребята, 52 тысячи зарабатываем, 54, 444, и мне хватает, по-моему, на броню. Ну да, там нужно было 71 тысяча. Ох, 124. Откуда есть такие субы, а, ребят? Откуда, скажи-ка мне. Ну что, приобретаем с тобой вот эту вот красную сталь. Вот обожаю, что не надо здесь ничего ждать по 30 лет. Все, сразу зарабатываешь. И иглы. Иглы, иглы, иглы. Нет, не иглы, ребята. А тяжелые сюрикены мы можем с тобой приобрести только лишь. Берем. Когда ты покупаешь устаревшую экипировку, не забывай, что можешь улучшать ее до своего текущего уровня у местного кузнеца. Ну да, это я понял. Это я понял. Спасибо, хоть здесь это поясняет. Почему-то в оригинале этого мне не сказали. Сам допетрил. Ну что, теперь мы с тобой красавчики. Я думаю, что у нас сейчас пойдут дела в гору, потому что... Потому что что? Невозможно? Безумно? Так, постой. Без шлема. Безумно и без шлема. Это больно. Это боль. Мне опять дадут какую-нибудь... А, нет. Я буду же со своим оружием или нет? Со своим, но без шлема, блин. Она, кстати, тоже... А, нет, она в шлеме. Да иди ты в пень. Ты что творишь-то, собака? Трындец. Тут такое ощущение, что тут не безумно, а просто... Невозможно стоит уровень. Ох, мы тоже тут мочканули ей, конечно. Давай, давай, добить. Добить ее нужно. Отлично, перфект. Ну что, погнали далее. Так, 1-1 у нас, да? Ох, сейчас бомбанет, наверное. Попробуем. Началось. Так. Тихо, 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 отходим. Заклинаха.
Конечно, заклинаха. Как-какаха, ё-моё. Опа, прогибчиком. Добить надо. Есть контакт. Гадалка. Иди гадай на кофейной гуще, а не драться тут со мной. Выходи, паразитка я такая. Ой, и сразу почему-то уровень сложности. Легко. Поражение при выходе за ринг. Раскаленная земля. Ну, если уровень сложности легко, я думаю, мы с тобой не упадем. Но правда, кто? Изгнанник? Ё-моё, пришел, явился, не запылился мне здесь. Сейчас мы этого изгнанника изгоним куда-нибудь подальше, наверное. Ой, топоры. Если топоры бомбанут... Не надо, не надо. Понятно, закатился, блин. Сам виноват. Блин, так тут маленькая такая территория. Посмотри. Так, тихо. В плане, подожди. Так, а что случилось? Я не выходил ни за какую красную зону. Вы что, ребята, вы рамсульки там не попутали случайно, а? Я никуда не выходил. А, понял. Тут если ты еще стоишь долго на земле, к тому же. Блин, надо было дочитать все полностью. Короче, нам нужно еще с тобой тут прыгать. А как мне это сделать? Ну, прыгать-то ладно. Прыгать, отпрыгивать, да? Погнали. Все, отлично. Здесь мы победили. В общем, не забывайте про прыжки. Не теряя времени, я получил достижение. Так, поехали. Вначале удар, потом прыжок. Прыжок. Прыжок, говорю, блин, куда ты? А в плане, а что, даже вот так вот? О, так нам даже нельзя от стенки, оказывается, отпрыгивать. Как все запущено, друзья мои. Мне приходится так прыгать. Ё-моё, и закатился, да? Или нет? Нет, еще. На... А вот сейчас да, сейчас. Я вообще попутал вот этого перса за себя, когда он упал туда. А я вообще стоял с другой стороны. Но я получил новое достижение, не теряя времени. Слушай, все равно нужно мне его бомбануть. Единственное, что я подумаю о том, чтобы, может быть, сменить оружие. Ну, как-то уж с катаной. Ну, вообще, как-то жестко с катаночки-то. Особенно вот этот вот проникающий удар. Он скользит фиг знает куда. Прям в саму заоблачную. Не надо. Тихо, тихо. Главное, чтобы мы с тобой не... Давай попробуем. Попробовал, блин. Есть. Ну, первый раунд всегда легко. Вот на втором начинается, конечно, трабло. Попробуем опять же с проникающего. Тихо. Не надо. Уходим. Пока хорошо, ребята, идет все. Давай, прыгай. Есть. Фу, повезло, что он отдуплился. Иначе бы нам опять, наверное... Засчитали поражение. Фу. Так, идут дела неплохо. Идут дела отлично. 36 тысяч, в этом бою твое здоровье убывает со временем. Ну, вы как всегда, вы мангуст опять. Вы как какие-нибудь условия, блин, сделайте. Хоть стой, хоть падай. Ладно, будем, я не знаю, со скоростью света бомбить, что ли, его. Он еще и с копьем у нас, да-да-да. Мангуст, он с копьем. Но зато нет никаких красных зон. Это хотя бы плюсик. Ать-ать. Ну все, добавил. Да ядрен ты. Да ёппарасоты, а. Ну вставай давай, мангуст, блин, плешивый. Хорош вот выделываться. Да, я погиб. Потому что было мало здоровья. И плюс еще со временем у нас отнимается. Я ведь хотел ногой бомбануть. Но тут нет времени на раскачку, понимаешь? Заклинах, пошла. Готов, парнишка. 1-1. Так, ну, погнали. Погнали, блин, называется. Есть, хорошо, сейчас я... Ух ты, отлично, ну ребята, мангуст отдуплился. Ух, смачненько получилось. 37 тысяч в копилочку к нам упало. Безумно пошло. А мы с тобой, знаешь, что сейчас сделаем? Мы с тобой прокачаемся маленечко.
да? Можно катанку, можно броньку улучшить. Давай броню мы с тобой по фулочке заточим. По фулочке, да? Жалко, что здесь нету всяких зачаровашек, чтобы броню зачаровать. Было бы прикольно. Уровень сложно стал, да, сразу же. Так, попробуем с тобой пройти старые раны, одолеть молодую осу нашим старым сенсеем и с нашим никчемным тесаком. Тут, я еще раз говорю, ребят, не имеет значения броня, доспехи. Тут вот как есть по сюжетке, так и есть. Другого оружия и другой брони тебе не дадут. Будешь вот с таким вот... Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Сам виноват. Вставай давай, охламонка. Получила. Ох, сейчас было замечательно. Тихо, тихо. О, повезло нам. Да чтоб тебя, я же хотел. Ну... Да куда ж ты? Тихо, подожди. Да, блин. Ты, оса, ты остановишься или нет, а? Блин, уклонилась. Прямо в спину из-под тишка подлая оса. Сейчас подсечками меня, да, ушатает или нет? Тихо, уходим. А что случилось? Я не понял, юморка, что случилось-то? Ну? На, в ответку тебе. Так, аккуратненько, аккуратненько, ребята. Ага. Противный удар, тихо. Да чтоб тебя, блин. Ловит меня, подлавливает. Поехали. Ну как ты уклоняешься-то, паршивка, а? Есть шанс, друзья мои, есть шанс. Небольшой, но есть. Естественно, сюрики. Подсечка. Так, предположим. Е. Главное не торопиться. Стоять, выжидать последнего момента. Ну, нифига, да? Из-под тишка, а? Блин, да... Удар размашистый. Она мне бросок? Я думал, что это я сделал. Сюрики. Еще сюрик. Да как ты, блин, достала меня, а? Оса плешивая. Блин. Задолбал выворачиваться. Ну серьезно, блин. Слушай, может ногами ее, я не знаю, как еще. Опять мне по... Опять хотел сказать, мне повезло, но нет, ну пока живем. Ядрить тебе на корень, а? Че, сюриками хочет меня просто уничтожить, сюрикенами, да? Опять я почему-то погиб. Я не понимаю, что происходит, ребят. Какой раз мы с тобой будем сейчас драться с ней? Третий, да? И все... Кажется, все было по-другому. Память очень хрупкая штука. Да не память, сенсей, хрупкая, а я тут косипурю, как всегда. У тебя-то все нормально. К мечу вроде бы уже адаптировался, но все равно, видишь, она очень хорошо блокируется. Не каждый удар, не каждая комбинация по ней проходит. Поэтому нужно сконцентрироваться максимально, просто максимально. Ну вот, начало неплохое, ребята. Вот зачем вот я это стал делать? На! Попробуем подловить ее. Эх, подловил, блин. Ну, смотри, начинается вот это вот ее трихомудие. Так, так, поехали. Ну, ты посмотри, как она шустро, а, уклоняется. Причем, когда я по ней наношу удар, да, мой персонаж сразу получает урон. Она же нифига. Она сразу... У нее нету такого, знаешь, как будто как вот немножко ошеломленный персонаж, как мой. Не может сразу же блокировку встать. А у нее сразу же, после получения урона, она встает в блокировку. Ой, зачем так сделал? Не надо, не надо, блин. Тихо, 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 ждем.
понял. Да чтоб тебе, сразу уклоняется, а? Ну ты посмотри. Ага, все? На. Как же ты бесишь-то меня, а? Она вот с этими выпадами со своими. Ну-ка. Отлично, хоть где-то я ее подловил. А еще разок. Понятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пропустил удар. Ну-ка. На подсечку ловит. Ох ты. Сработало, ребята. И еще разок. Так, теперь сюрик. И есть. А, нет, она еще жива. Все, ребята. Вот и вся оса. Сдулась. Красавица наша. Будет что чирикать или нет на дорожку нам? Давай посмотрим. Стой, я недооценила тебя, старик. Мне заплатили за доставку, но драться за честь вдовы я не обязана. Я покажу, где она скрывается. Ха-ха-ха. Вдова любила князя, но тот отверг ее. Она нашла себе новую игрушку, сёгуна. Чертовка использует глупого воеводу, чтобы отомстить. Вдова хочет управлять мужчинами, стравливать их между собой. Сфера же сделает ее избранника великим и полностью верным ей. Нужно остановить князя, пока он не нашел вдову, а с ней и сферу. Окей, я понял. В общем, старые раны пройдены. Так, здесь у нас безумно. Безумно, на дуэли пока ничего нету. А здесь сложно. Так, ну у нас... Ой, у нас денег-то ни шиша и нету. Ну что, пойдем с тобой на сложное. Так, в этом бою ты не можешь блокировать удары противника и проиграешь, если противник собьет тебя с ног. Ты серьезно? И мне дают еще кнута, который с посохом? Неужели такие испытания будут и в оригинальной Shadow Fight, а? Я не знаю, как он там будет проходить. Тут-то у меня, ладно, хотя бы гемы есть, все как полагается. Ну-ка. Уже упал. Ой, блин, с подсечек начал и сразу меня накумарил. А, так тут один раунд. Слушай, ну один раунд, я думаю, мы, может быть, как-нибудь чудом каких-нибудь с тобой выживем. Начинает он с подсечек. Причем сразу же. Может быть, нам с тобой пока не драться, а просто откатиться. Давай откатимся. И попробуем. Так, тихо, тихо, тихо. Сюрики. Нет, парень. А если я? А если я еще раз? Так, у меня, по-моему... По-моему, получается. Ну, ребят, ну я пока... Ох, шикарно я его, друзья мои, завалил. Не упал, как говорится, в грязь лицом. И победил его. И 42 тысячи мне накапало еще монет. И я получаю новый уровень, 22-й. Заходим в профиль. И что у нас тут? Ярость, боли и пробивающие шлемы. Слушай, давай, наверное, прокачаем пробивающие шлемы. У нас частенько с тобой, да, удары в голову проходят. Так что будем бомбить их. И здесь за достижение дают тебе по 5 гемов, а в оригинале всего лишь один гем. Так, ну что же. О, уровень сложности нормуль сразу стал, а здесь безумное. Так, а у осы до сих пор еще телохранители на безумке стоят. Ну что, давай турнир, наверное, попробуем сейчас выиграть с тобой. На уровень сложности нормуль. Ух ты, лиса. Ох ты, лисичка, сестричка. Ну-ка, давай, родная, у тебя, по-моему, тоже катана, если я не ошибаюсь, в руках, да? Точно. Ох, сейчас будет сложно с ней. Эть! По сраке мне досталось. На-ка. Ать, хотел только ее проникающим взять и... Слушай, ну лисичка, знаешь, что я тебе скажу? Такая себе. Не шустрая, как я. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Опа. Обосрался она со своими сюрикенами. Эти хотел присесть, не получилось. Да их, ну хорош, блин. Вот взяли моду, да, стоять издалека и бомбить. Пора заклинание применять. Да твои прыжки здесь не помогут, лиса, ты в курсе? Отлично. Кстати, нам нужно будет прокачать этот амулетик с тобой, если хотим дальше вытворять чудеса. Ну. Так, безумное. Здесь тоже безумное.
У нас 107 тысяч, поэтому я имею полное право прокачаться. Мы же уровень с тобой получили, я же совсем забыл. Ох, нифига. Слушай, это же как у этого, у Мегалита, у него такие же, ребята, кастеты. Так, что я могу себе на 22 уровень позволить? Вот эту вот двуручную дубину. Или вот эти вот палицы. Так, сколько? 72 стоит, да? Рубинчиков, а здесь? Здесь 74. Слушай, ну меня пока устраивает, в принципе, катана. Оу, лунный нагрудник. Вот нагрудник я, наверное, приобрету. Или не стоит? Нифига себе, панцирь скоробея. Офигеть, круто смотрится. Ух, ё-моё. Ну тут на 23 уровень. Ого, багряный шлем. Вот эту хочу штуку себе взять. Фига, классно смотрится. Или ж... Блин, я запутался, что... что лучше взять. Двуручная дубина. Ослабление, кстати, есть. Давай, наверное, возьмем. Или не будем, нет, возьмем с тобой вот эти вот палицы. Купим и протестируем их с тобой. Протестируем, знаешь, на ком? Где у нас там? О, у осы стало сложно. Поехали. Акула. Да, я угадаю, тебя прислала оса или один из ее старых псов. Не на того они сделали ставку. Я вздерну тебя на Рэй и отправлю на корм акулам, как и остальных. Но, акула, ты, смотрю, слишком самоуверенная, да? Гадость ты паршивая. Сейчас я тебе врежу. Она у нас со скрисами. Со скрисами, ну и сказал. С крисами, короче, ребят. Шустрая, наверное, гадюка будет, да? Так что, друзья мои, концентрируемся. Булава для меня это новый вид оружия, я ими не играл. Поэтому могу сейчас, конечно, дурачка тут валять по полной программе. Но мне нравится, как они действуют. Ой, как тебе сейчас, роднулечка, повезло-то, а? И потеряла оружие. Но начинается. Как начинают продувать сразу же за сюрикены. Ну что, добиваем ее, наверное? Ну где ты там? Ух ты! Роднуля, можешь хватит уже, а? Брыкаться-то. Акуленочек. На рейд ты там меня вздернешь, говоришь, да? Ну давай посмотрим. Может быть, я тебя вздерну. На Рэй. Может, Рэй тебя вздернет? Да-да-да-да-да, конечно. Бумс. И заклинашечку. Ой, а заклинание-то на нее не особо сильно действует. Слушай, ну мне нравятся, в принципе, вот эти вот буламушки. Довольно неплохие. Урон, конечно, мы наносим не такой, который я хотел бы. Но все равно приятно. Да ё-моё, ну вот это вот улюлюканье рядышком, это меня чересчур напрягает. На! Лети дальше. Погнали. Сбил, да? Как же ты достала? Прям по спине. И по сраке еще вдобавок. Все. Пошел, короче, я ее дрючить. На Рэй. Так, ребята, 33 гема плюс 118 тысяч монет. Это просто шикарный куш. Твое место в рядах новой крови. Наш барон сгинул из-за своей неблагодарной дочки. А ты идешь у нее на поводу. Остановись. Да, конечно. Остановись. Еще неизвестно, кто там. Хотя, ну, может быть, дочка действительно там что-нибудь намухлевала. Так, здесь невозможно, да, стало играть. Здесь безумно, здесь сложно. На турнире. Кто у нас тут? Ну, опять карманник со своими стилетами. Попробуем сейчас его нашими булавушками усмирить. Поехали, друзья. Поехали, как поехали. Ой, ай. Да больно же, гаденыш. Вкуси вкус моих дубинок. Блин, я хотел ногами его прописать. Да на ты. Поехали. Есть, ребята. Ты видел удар? Когда у нас есть пробивающий удар. Ну, шлем мы можем пробивать с тобой. У них сразу там головокружение. Знаешь, там сразу без ума. На. Ой, как слабенько. Ты хотел, да? Из-под тяжка хотел сейчас меня бомбануть. У него, в принципе, практически получается. Но он тут что-то, ребят, хандрит. Малька. Ой, все. Еще лежит. Удар булавой прям по его противному
личку. Ну хорош. Ну куда ты? Ну парень, ну успокойся. Ну хотел он сюрик мне, ага, припечатать в табло, но он сам же и поплатился за это. Так, ребят, у нас достаточное количество денег. Я думаю, что пора немножко заточиться. Давно, давно надо это сделать. 48 тысяч тратим. И тут тоже тратим. Все, булавушки полностью заточены. Теперь по броне, что у нас тут. 93 тысячи, лунный нагрудник. Конечно же, приобретаем. А на шлем уже не хватит, верно? Так, ну панцирскоробей я не буду трогать. А тут 55 тысяч нужно. Окей, окей. Так, здесь у нас безумно на турнире. Так, а здесь невозможно. Пойдем тогда на испытание. В этом бою твое здоровье восстанавливается со временем, но противник сильнее обычного. Сильнее обычного? Блин, а почему именно Лилию дают, блин? Она же такая стервоза, а? Она ведь знает, как против меня драться. Она же хитрожопая. Я и так-то ее победить не мог. Поехали, ребят, попробуем. Ну, хорош. Опа. Отлично. Вставай, родная моя. Мы еще не закончили. Поехали. Ах ты жу... Да нет, ребят, тут не то, что сильнее обычного. Тут охренеть как сильнее. С двух ударов шатать. Это что за дела-то? Это не дело, ребят. Ну-ка. Совсем минимальный урон. Так, поехали. 1-1. Так, Лилия, готов я. Come on here. Главное тут не, ребят, не сфейлиться. Как я обычно это могу сделать. На ровном месте, блин, просто бумс и проиграть. Ты видишь, какие-то в игре лаги. Какие-то 25-е кадры проходят здесь. А если заклинаху? Отлично. Ребят, отлично. Ух. Ну хорош, Лилия. Да блин. Это она мне сделала? Я думал, что это... Да что она вытворяет? Что за дичь пошла? Да ты посмотри, она не дает мне вообще ничего сделать. Хорош, я сказал, блин, а? Есть. Вот они как начнется, у них вот этот вот в раш входят, и все, как неугомонные какие-то. Ничего с ними сделать невозможно. А дальше идет безумно. И тут безумно. У осы невозможно. Заточка. Заточка нам нужна здесь. Так, булавушки по полной программе прокачаны. Так, шлем. Да, нам нужно с тобой приобрести новый шлемак. О! Какой симпатяшка. 60 тысяч. Слушайте, ребят, давайте мы, наверное, с вами на этой ноточке закончим эту серию. И обязательно продолжим в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.